Братцы, посмотрю только сетку и к вам. Все, ребятки, мы снова с вами. Значит, уточнял просто по коленному бою, сколько оставалось. Димон за это время приступил к делу. Вот первая скруточка, Димон наверху. Все по делу. Понеслась. Контроль Димы со стороны. Коленочка сзади, супер. Спокойно, уверенно, все. Отлично. За ножку Дима его пытался сбросить, коленочка добавил на канаты. Все, эпизод за нами. Все ровно. Встреча, входом в клинч, смотрите. Неудобно, неудобно Зину, конечно. И Зима забирает коленями эпизод. Отлично. Димон спокоен, красавчик. Хайс левша, заметили вы, да? Ой, ляг, полежи, дорогой. Все, супер. Да, видите, на вышагивание пытается колено вставить. Ляг, полежи снова. Димон, ну что-то он комментировал рефери, да. Пятка. Коленочка, контроль со стороны, колено. Опять контроль, снова колено. Димон, молодец. А, во встречу сих. О, левым джебом. Отстыкал туда. Вот, забирает Димон. Концовки снова. Уклончик. Отлично. Отлично. Все под контролем. Удалочек. А, Тайц не может. Пытается, конечно, пытается. И Финном его Тайцем называю. Вы поняли про что. Пытается, но он... то он летает, чтобы не сдаваться, да? Димон все контролирует, смотрите, зацеп, выход на контроль, лбом вткнулся, ручки перекрыл. Ай, на выходе фирменная штука Димона. Плески, хай-кик туда, да? Снова Димон контроль выигрывает. Вот, коленочек размен пока, снова накладочка, локоточек. Супер, снова колено, класс, Тайс теряет силы, там незаметно, я это вижу, Тайс теряет силы, еще просто психологически ему тяжело, он не может подобрать ключик, а все время натыкается, единственное, надо там коленочки у него, это максимум, что он пока может сделать, первый раунд, Димон чисто забирает, отлично. На этот ринг вот Колян Свидонский ждет выхода с Никитосом они. Всем привет, Никитос сегодня уже победил бой. Колян в камеру пока не смотрит после боя. Сейчас пока там перерывчик, я верну. 10-9, все под контролем, ребятки. Дмитрий Варис, Курачай, Сосон. А, мы даже, может, трансляцию прерывать не будем. Может быть, два боя сразу вы и посмотрите. Сначала Дима Варса, потом Коля Свидонского. Или чтобы сохранить трансляцию, я завершу, и потом на Колин бой дам Даниле, он проведет вам трансляцию. Все, тут наставление от тренера. Второй раундик. А вот злодей еще один ходит. В прошлом году в финале Дима выиграл его. Дима очень хладнокровен. Это важный момент для первого боя. Первый бой всегда непростой, но считается мир. Очень важно, как этот первый бой сложится. Димон на опыта. Отбавляю, поэтому очень уверенно себя чувствует. Вот контроль в клинче снова. Пился лбом и тут же вышел на годовой контроль. Смотрите, о, сверху коленочка, супер. На канатике его Тайца Финнес закрутил. Раздергивает, и повстречу, сбил атаку. На, с ручки туда. Так важно, да?
разнообразно, да, встречать партнера. Потому что один-два сделаешь, партнер уже привыкнет и уже будет каким-то ключиком к вам подходить. Раз, и бац, и третий раз руки в кресло. Все по делу. Опять коленочка от Зимона. Постоянно Зимон обрабатывает его коленочками острыми. Обоюдное падение. Преимущество Финна лишь в том, что он сверху оказался. Получил он замечание за эту подсечечку. Это кто? Зима варит. Вот и в башку, супер. Зима короткими ударчиками, классно, быстренько ловит партнера. Снова лбом впился. Со стороны пытался отсюда на канаты, положил тайца и два колена пробил. Да, я думал, что Зиму по манере ведения боя можно узнавать. Каточек на входе, но он непростой, видим, да, мы. Хорошая функционалка у тайца Финна. Вперед, молодец. Вот Зима грамотно все выставляет ручки и не дает ему дышать даже. Вот Зима, он четко видел этот кик. Кик во встречу и тут же цепкий захват. Колено в голову, ручка на выходе. Супер! Кик во встречу снова. Основ, типа под ручку туда, отлично. Ого! Зимон куражит. Поправил рефери щиточки правым боковым. Короткий кик по ножке. Тип сбивает атаки, Зима не до этого подходит. Он уже чувствует его, да? Коленочка, да. Вот, колено. Извиняюсь, не смотрю просто в камеру, да? Смотрю на ринг. Мой локоть со стороны, медолочек. Поймал ручку, тут же свой локоть ставил. Перекрылся, колено. Коленочка. Хорошо, второй раунд, все четко. Два полезных падения были, это все, что получилось у Финна за весь раунд. Зима контролировал с дистанции, много встречал, клинча много, контроля было, так что все в порядке. Смотрим счет, 20-18, все-таки должно быть. Так, переключимся сюда, пацаны тоже за Зимона болеют. Никого не знаю, поэтому просто наслаждайтесь поединком. Вот этого человека гневные стрелы пускаются побольше. Все, третий раунд. Зимон, давай. А короткие удары Зимина мне очень нравятся, они максимально эффективны, они забирают мало сил. Видали такую штуку? Домашние заготовочки, снова тип коротенький, класс. Он с блока поднимает ножку и партнеры забивают, думают, что обманное движение, а тут ниоткуда вырисовывается тип. Здорово, атаку сбил. Вот сдвоенная ножка, это класс, не дает Зимон даже начать сильную атаку. О-о-о, вы сами все тут видите. Колено на входе, отдыхай, Борнишин. Замечание вроде бы делает, но устное предупреждение не дает, поэтому пользуемся этой подсечечкой, никаких проблем. Зимон уже поймал кураж, все тоже задумал, смотрите, в глаза высматривает как. Как внимателен Димка, ай, как здорово. Только лбами так сталкиваются опасно, если честно. Хорошо, что в шлемах. Зима грамотно распределил силы и третий раунд.
все, скорость есть. Смотри, как здорово апперкотом, боксерский, классно. На коротке, супер, смена скорости. Вот это браво! Вот это браво! Поймал Кураж. Ой, ой, локоть на входе, коленочка. Еще колено, ищет локоть, да! И колено здесь, супер! Ну что, отсчитают тайцев третьим или нет? Ставьте ставки. Димон набирает, набирает, пошел. Аккуратно! Аккуратненько, Зинчик, аккуратненько. Хорошо, что он умастил, и хорошо, что там не ударился об эту, об сидушку, которая выезжает. Ой, сбоку, ой, с разворотика, ну тут, короче, да, вот все. Просто, ну просто наслаждайтесь. Одноименная колено, локоть, тоже домашняя заготовка. Открываю вам секрет. Спасибо, отлично. Еще первый, второй раунд, и тайцы стал какие-то ключики, третий уже даже не пытается, просто, просто пытается достоять. Зимон уже столько разнообразный арсенал попробовал, два колена, ой, красота. Каскадер, да, здорово. Поникший, поникший взгляд, поникшая осанка. Так спокойно подошел Зимон. Да, это класс, это уровень. Это уровень. Ой, попал! Опустилась ручка, видите, все на печень. А, Зимчик, умница. Ребятки, всех поздравляю с Зиминой уверенной победой. Завершаю трансляцию, и буквально через пару минут Колин.